Здравствуй, Масленица, любимая всеми вкусная праздничная неделя стартовала сегодня. Считалось, весь год пройдет так, как первый день Масленицы. В православии этот праздник именуют Сырной Седмицей, неделей, которая предшествует Великому Посту. Сегодня в понедельник принято Масленицу встречать, заготавливая продукты для будущих 6 дней. А с каким настроением березняковцы встречают эту неделю и будут ли печь блинчики, об этом мы узнали на улице города. Ну вот сейчас блины будем печь, молоко купили. Дети придут, заберем с садика, будем отмечать все вместе. А скажите, дети вам помогают блины печь? Помогают. А что делать? Ну вот, помогают мне тесто месить, получается. Жарим вместе все. А скажите, какие начинки любите? Начинки? Сыр с ветчиной, потом с творогом делаем, с мясом. Бабушка вкусные блины печет? Да. Какие любишь? Сгущенкой больше всего и с маслом. Ой, не с маслом, а с этим. Со сметанкой, да. Скажи. Сметаной. А сегодня вот Масленица стартовала. Скажите, будете отмечать? Обязательно. А как? Блины нажарю. В гости придут дети. Блины каждый день в Масленицу. Какие начинки больше нравятся? Ну, я даже не знаю, ну с чем. Со сметаной, с вареньем. Внуки особенно любят варенье. Блины пожарим. Молоко купили, приготовились. Мы обычно делаем мясные. Оладьи. Оладьи? А какой-то у вас рецепт, может, особенный есть? Да не, обычно оладьи. Водичка, тесто, яйцо можно добавить. И все, перемешал все и жарь. С чем любите? С какими начинками, может быть, какие-то добавки? Ну, варенье можно. Можно с этим. Молоко сгущенное. Ну, я сладкое так-то, конечно, обожаю, люблю сладкое.